беру. Дело в том, что я мог бы сказать, что, ребята, гвозди мы делали уже часто и не будем делать, но потом я подумал, что такие шпаргалки должны быть все равно полными. Я терпеть не могу, когда смотрю туториал, а мне говорят, вот пойди вот в том-то я написал, в том-то написал, иди вот туда, смотри, куда идти, что смотри. Короче говоря, сейчас сделаем, нетрудно. Перейдем S, возьмем нашу курвочку. Пойдем сюда, сюда, здесь мы, конечно, его продолжим вот так и сделаем тут. Все, Enter. Хорошо, теперь мы это дело выделим. Пойдем вот сюда и в геометрии, нет, в Bevel'е здесь есть. Вот в Bevel'е есть Depth, 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 не знаю, Depth, наверное. Во всяком случае, он делает то, что мне нужно, и этого достаточно. Так, хорошо. Нажимаем правую кнопку, говорим «Конвертировать в мышь». Идем теперь с помощью таба в объект. Режем это дело быстренько, не задумываясь. Так, раз, и потащили вниз. Раз, и потащили вниз. Готово, зажав левую кнопку мыши. Так, теперь мы... надо было, конечно, ну, мы включим этот теперь здесь, чтобы он нас выделял, так все выделял. То есть вот все полигоны вот эти должны быть у нас вы. Теперь S нажимаем, раздвигаем. Далее нажимаем Y. Ну, по оси это здесь на S и Y. Вот так. Все. Ну и, естественно, не обойтись без F клавиши, чтобы она заполнила нам шляпку. Это не видно так, но вот так будет видно уже все, шляпочка заполнена. И чтобы такого скругления не было, давайте мы еще один поставим. Вот тут вот. Раз, и все. Хорошо. Вот наш гвоздик. Можем его немножко как бы приподнять. Rotation R у нас. О, нет, только нет. Так, надо выделение убрать же. Пойдем в объект мод, rotation, скажем, и вот так чуть-чуть поднять. И по G переместить. Ну, это можно посмотреть. Вот так, да? Ну, пускай будет так. Да? Вот такой у нас получился славный щеночек. Теперь мы должны его покрасить. Так, для раскраски, ребята, мы сейчас перейдем, вот, с layout у нас был, да, вот. Перейдем в shading, вот так, и сначала мы просто покрасим гвоздик, то есть возьмем новое, выделим его, новое, так, тут нам много не надо выдумывать, достаточно basic color, нажать, сказать, что он будет серенький у нас, вот так, вот такой, допустим, да, потом добавить металлика ему, вот здесь, и убрать шум, и тогда он начинает быть блестящим, и все. Так, сложнее будет вот здесь, то есть, как бы я получил совет, что надо там выделить кое-что в этом, и по отдельности делать, тогда Ctrl-T и все появятся ноды, но я все-таки пока я это изучаю, предпочитаю работать так, как оно есть. То есть я сейчас включу эти ноды, да? Теперь я включу я теперь, мне нужен текстуры. Вот текстуры, координаты мне нужны, текстуры. Так, куда он делся? Сейчас, еще раз. Ну, не знаю, может сначала мэппинг. Вот мэппинг пошел. Вот он. Мэппинг. Теперь текстуры, координаты. Нет, просто текстуры мне надо. Текстуры. Вот. Вот текстура координат. Так. И мне надо теперь
просто текстуру сюда поставить. Текстуры. Нет, имидж не надо. Имидж, потому что у меня будет имидж текстуры. Вот она. Так, теперь мы соединим здесь вектор. Отсюда вектор поставим тоже на вектор. Здесь color на basic color. Все. Вот. И далее мы теперь сделаем следующее. Мы откроем сейчас. Я положил в блендер, положил текстурку одну. Пока одна у меня, чтобы я не путался. Вот она, она. Вот она встала у меня, да. Ну, это один из аддонцев, который я применил. Он сейчас вот ставит. Так. И мы смотрим. Так, нам нужен не флет, нам нужен бокс. Вот, бокс появился. В принципе, все. Отлично. И теперь мы можем это вот выделить, скопировать и на каждый новый материал, это нам не нужно, мы можем набрасывать теперь нашу текстуру эту. Ну-ка. Новая. Удаляем эти. Иначе у нас сдвоенность будет текстур. Вот это новая. Так, и теперь это новое, и удаляем. Вот так мы можем быстренько все это покрасить. Вот так, вот так. Все. Мы теперь покрасили ее, нашу текстурочку, сделали собачку, так. И пойдем теперь layout. То есть я сейчас нахожусь уже в окне рендеринга, да? Давайте я его подвину, потому что у меня во view здесь стоит, что вот look, камера to view. То есть зафиксировать ее. Если я ее отпущу, она не будет вместе с камерой тут бегать, да? А мне надо, чтобы она вот она зафиксировалась. Так, 0. 0. Все, она зафиксирована, и мы можем нашу собачку, ну, допустим, вот так подвинуть, да? Вот так подвинуть ее. Так, посмотреть, что у нас за рендер стоит. У нас Иви стоит рендер, да, 524. Ну, я надеюсь, хватит. И вот совет о том, что в фильме у нас, я могу нажать транспарент. Это отличный совет, спасибо за этот совет, то есть транспарент, и все. И теперь я нажимаю F12. Ждем маленько. Все. Вот у нас собачка здесь есть. Мы ее сохраняем, как PNG, конечно, как PNG сохраняем. Ну, все, практически. И тогда у нас вот будет такой собакин. Допустим, песик третий, да? Сейчас мы его сделаем песик третий. Так, песик третий. Так, и сейчас пойдем в Photoshop с вами сходим. Так, где у нас песик третий? Открыть. Со третьего. Вот он, песик третий. И, естественно, мы можем сразу же, там можно было коррекцию поставить тоже, но я больше в этом плане доверяю фотошопу, потому что тут, ну, лучше мне тут работать. Вот так мы сделали, да, вот так, вот он наш пес. Сохраняем как JPEG, появляется белое, это если мы хотим тень сделать, ну, можем и тень сделать, но зачем, когда чистый идет изолят, лучше тут просто и не надо, то есть... Все. Теперь я начну вот эти всякие ножки-рожки ставить по-другому, то есть добиваться симуляров так называемых. И потом загружу на шаттер, и пускай он это дело кушает. Ну все, ребята, на этом мы закончили. Всего вам доброго. Пока.